Всем привет! С вами канал Рыбалка в Сибири. Мы сегодня с Валеркой. Сегодня 17-е, да, число? 17 октября. Мы в поисках рыбы. Ну, рыбы хуй. Ой, рыбы нет. Рыбы нет. О, по эхолоту лазим, смотрим. Одна бель. И то мало ее. Лодочки стоят. Пока тоже ничего не ловят. Ну, Валер, только вот здесь белая рыба, смотри. Тут прям косяк хороший. Давай здесь покидаем маленько. О, смотри. А может на лимера, прикинь. Вон он. Не, кого-то багранул, по-моему. Непонятная поклевка какая-то. Тук-тук-тук-тук, я подсек. Нифига. Может багранул, я говорю, там. Что там за рыба? Интересно. Я против течения еще, блин, капец. Щука есть. Взяла? Щука. А, промазала. Судак, ёпт. У меня щучка. Как так взял-то в подсак-то? Ты видишь, ты взял, по кривому взял, она вон. Не надо к лодке прислонять, двойник. Дальше. Промазала. Промазала и в глаз зацепился. Ну, ну где-то в лобешник. Сполосни, пацан. Вот, ребята, щучка попалась у нас. Как-то странно попалась. Левочка, ребята, у нас. Не пойму, что сошла. Нет? Не-не-не. Что тут как легко пошло на меня. Бляха-муха. Сход. Приманку поменял, прикинь. Ну как попёрло, блядь. Понятно, идет как-то. Что ты, блин, что они все багрятся-то? Дай я вот так. Дай его отпустить. Кого там? Ну, кого это? Ну, смотри, хвост раненый. Тут нифига кто-то ее цеплял. Кто-то ее за хвост прям жахнуть хотел. Да, размер, конечно, лютый. Размер лютый. Ну, пробуем дальше. Пацак. Я не пойму, что они все... Смотри, опять винтом идет. Что такое-то? Да я так возьму. Но я покрупнее. Смотри, что делает. Смотри, куда берет. Смотри, тоже хвосты, смотри какие. Ни хера. Смотри, вот что, куда она бьет-то? В грузило, что ли? Ребята, ну вот это покрупнее, эту заберем. Нифига ее кто-то прям вообще. Она вот, смотрите, без чешуи. Прикинь, тут рыба, значит, есть. Значит, крупняк жирует.
кто-то же охотится на них. Это хорошее. Нифига себе. Угу. Это приятное. Хорошая щучка. Смотри, что вообще. Да не. Я не могу ее это. Иди. Подсак, приготовь, говорю, лучше. Ты в полоборота, он раскручивается. В полоборота, в бок, раз и затянул. Оп, и расслабил. Берегу пошло что-то. Ребята, не знаем что. Ну, херачим. О, что-то выходит. Блин, щучара. Ребята, щучара. Хорошая щучка. Давай, хватай. Не поднимай, не поднимай, не поднимай. Подними, успокой ее. Вот так. Все. С почином. Вот она, мамка. Вот она, кто кусал их. Матерись. Ребята, вот такие экземпляры. Ну это пятерка. Хорошая пятерка. Рыбы нет, рыбы нет. Ну что, только начала брать. Ну, три подряд, прикинь. Рыбачил. Клевочка, ребята. Переставлялись, переставлялись по косе. Тут не везде рыба есть. Где белая стоит. Это там хищник. Что-то... Луковато. Ну, хоть такую. Видишь, это вот, видишь, что? Это называется плохо берет. Когда вот так вот. Не жадно. Ну вот так вот кинул поднимаю. Ну, что-то небольшое, непонятно. Судачок, щучка, блеск, шмурки, видишь, смотри, что, третья рыба за подбородок, я что-то не пойму, в чем дело-то, почему так, не знаю, в грузь его, что ли, бьет, она в грузь бьет, походу, это, что, темную, может быть, надо, но у тебя-то как, у тебя же как грузь его, блядь, постоит.
клюк, извини. Ну что за жабру поймалась? Что там за поклевка может быть? Такая же и поклевка. Левей, бери. Левей, левей, левей. Вот. Рыба. О, Валерыч, давай ее домой. Тихо, тихо, тихо. Фрикцион затянут опять. Небольшая. Поднимай. Тихо, тихо. За поводок бери. Под жабра, вот так, Миша. Тихо, чтоб хвост не откусил, смотри. Дай. Вниз маленько, вниз. Уйди. Починил тебя. Разловился. Ну, а потом крутит, а, догнала. Догнала. Бежи. Ну, все равно. Скучно, когда не клюет. Видишь, тут-то целиком в рыбку взяла. А у меня тебе-то все в красную вилку, да, набьет. Как-то непонятно, я говорю. Подсек так ее. Жестко. Ветер опять в лицо начал дуть. Ну, он подкручивает, там передавали-то юг, юго-запад, там, какой, надо будет посмотреть, что подумает. Такая поклевка конченая, ты. Такой щенок опять винтом идет. Ну еще не помню. Опять заблудил. Ну конечно. Че она такая, я не пойму, да, я возьму? Че вот она так берет? Бля, завоевала. Да нет, в пасть. Нет. А смотри, она бьет в, это, вот сюда, и видишь, почему куда попала, в щеку. Че к чему, блин, сегодня весь день так. Вообще не пойму. Что исправить-то? Ящик придется мыть. Заморался Миша с этими мешками конченными. Вообще странные поклевки сегодня. Вот он, бочишка, с хорошей поклевкой. Хорошо взял, смотри. Но нету этого. Тр-тр-тр. Отлично. Ну вот. Килограмма по 3, да? Ну а что там мертвый? Затянуло за коряну. Ну конечно. Ну отрывать что. Катушку ты вот так вот смотри. Шпулю просто вот эту держи.
Идет, что ли? Да ну. Прикинь, ходу. Блин, и Олег со своими проверяниями. Ё-моё. Ну. Ну ты отрывай речь, ё-моё, что ты будешь? Она идет потихоньку. Даже что ты думаешь, может мы плывем? Ну ты смотри на берег-то. Точки сейчас стянешь. Отцепил. Здорово. Сейчас вот точно трешка пива с тебя. Да я-то что? Позвони, скажи, блин, ну сюда клевать начал. Блин, со своим. Я говорю попозже, ну что, мы домой бы поехали и все. Вот нафиг, блин, сейчас с этим проковыряешься. С перетягой и все. Ну. Сачок. Давай, хороший. Это хороший. Это приятный. Вот это уже, да? Ну, такие вот, самые лучшие. Первый набор. Хороший. О, вот это чудак. Что там еще? Кончилось время, что ли? Память? Угу. Ну, судачишка неплохой тоже. Вот ребята вот на эту ебатьню, на эту вот фигню берет. Один вообще лютый судачок попался. О, такие. В прилове у нас сегодня все. И ясь, и лещ, и налим. Ловим все. Сейчас, может, под вечер активировать, поактивнее стал. Ну вот, ребята, рыбалка закончилась. Там он. Снеговые тучи, я на летней резине еще, поэтому я, короче, еду домой. Так бы еще остался. Ну, хватит, поймал маленько. Удовольствие получил. Все, всем счастливо, всем натянутых лесок.